Телеканал КРТ представляє. Я складайте трупи. Не треба думати, що населення Донбасу невинне в цих стражданнях. Винне і свою провину повинно відкупити стражданнями і кров'ю, кров'ю, кров'ю. Видите, господин Филарет, видно, в силу возраста, как бы должен был уже пойти на пенсию, но возрастные деменциальные изменения, они как бы происходят в мозгу, и он, а может, ему эта шапка в голову нагрела, и он перепутал черную мессу, да, где надо болью и кровью животных, там они эти сатанисты приносят, а иногда и человека приносят болью и кровью во славу сатане. Если бы он прочитал Евангелие хоть когда-то за свою жизнь, да, в то время, когда ездил за счет РПЦ по всяким Австриям, да, и жил там, он бы понял, что искупительную жертву кровью и болью уже принес Христос за человека, да, забрав наши грехи. А люди, которые страдают на Донбассе, ну, явно невиновны. Даже если мы гипотетически представим, что пришли буряты по заданию Путина, ну а в чем виновны женщины и дети? Аллея ангелов, да? Аллея убитых детей, которые находятся. Ну поэтому, ну, я думаю, что таких людей надо срочно лечить. Он оказался, да, для истории обычным церковным ренегатом. Ни он первый, ни он последний. И о нем очень быстро забудут, когда он починит Бозе. Кто не может держать автомат? Всем нам сегодня надо начинать бороться. Кто не может держать автомат против этой внутренней оккупации, не только словом бороться, но и брать краску и писать на заборах о тех, кто ходит в московский патриархат. Предатели Украины, московских попов гнать с храмов, как сепаратистов. Если мы не будем это делать, мы проиграем. Ну, эти люди с христианской религией, ну, блин, имеют даже больше дистанции, чем я с балетом, понимаете? Потому что Христос сказал, что блаженны миротворцы, миротворцы блаженны. Они хоть горную проповедь Христа читали. Он говорил, все люди братья, вне зависимости от национальности, нельзя воевать, надо мириться. И добровольно взошел, да, и когда ему издевательски кричали, ты же сын Господний, сойди с Христа, да, вот, Христос не зашел с Христа и не поразил всех смертельными болезнями, а умер за грехи наши. А вот эти господа, ну, я не знаю, что там их в семинариях готовят, может, точно не по тем книгам, может, перепутали они что-то. Угу. Може, методички ІГІЛ з Біблією. Я думаю, може, інквізиції методички.